Часто серийные преступники являются очень приятными людьми. Вы ведь уже имели дело с серийным убийцей? Подождите, это же был ваш отец. Премьера на канале «Россия». Ты по всему интернету болтала своим языком. Кричи на меня. Он копирует преступления известных маньяков. Ненависть к твоему отцу он перенес на тебя. Нет. Нет. Алина. Оставьте моего мужа в покое. И все было хорошо, пока не появились вы. А я для тебя ничего не значу. Я тебе потом все объясню. «Холодные берега. Возвращение» с 14 февраля в 21.20 на канале «Россия». Премьера на канале «Россия». Мне прислали кольцо с пальца убитой девушки. Что? В городе появился сиреник, и сейчас вышли на ряд. Ты похожа на человека, которому плевать на свою семью. Он знает твое прошлое. Он всегда у тебя за спиной. Опасность слишком велика. Он забирает жизни, чтобы доказать тебе свою любовь. Он воспринимает меня как игрушку. Он хочет знать о всех моих передвижениях. А! Стой! Куда? Куда ты его возишь? «Холодные берега. Возвращение» с 14 февраля в 21.20 на канале «Россия».